Спасибо, Сергей Александрович. Я понимаю, вы надеетесь, что я выйду на связь, и мы успокоим графа Катрену. Но я этого не сделаю. Ведь для того, чтобы выйти на связь, я должен использовать двойной ключ кодирования. Одна часть ключа у меня, вторая у радиста. Это было сделано для страховки. Но с радистом что-то случилось, я так понимаю, убит. Выходить на связь с одним ключом просто бесполезно. Это очень плохо. Нам надо срочно возвращаться в Новороссийск. Собирайтесь. Какие договоренности? Теперь он для нас бесполезен. Сгущает краски. Катрен к нему относится как к сыну, поэтому нужно сыграть на этой привязанности. Может быть, все-таки в госпиталь? Я в полном порядке, товарищ капитан второго ранга. По-прежнему никаких вестей от группы? К сожалению, нет. Ну что, вы все еще уверены, что контролируете ситуацию? Скажите, как долго вы собираетесь бездействовать, господин полковник? Даже если мы потеряли одну группу, это плохо, да. Но это не смертельно. У нас ведь есть еще ресурсы. Позвольте с вами не согласиться. Что случится, если кто-то из ваших людей попадет к русским живым? Ведь безопасность всей школы под угрозой, господин полковник. Абсолютно никто из бойцов не знает о школе больше, чем он должен. Неужели? А ваш приемный сын? Живым Николая не взять. Даже если мы с вами допустим такую возможность, то с его стороны предательство просто немыслимо. Он идеальный боец. Всем сердцем ненавидит врага. И все же, оставьте. Он считает меня своим отцом. И я могу за него ручаться. Без усов тоже идет, Николай Борисович. Что случилось? Самолет стал плохо, в больницу нужно. Товарища майора в комендатуру. Товарища майора? Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ майор. Пройдемся до КП, я вызову машину. Карпов, на дорогу смотри. Есть на дорогу смотреть. Что с товарищем капитаном третьего ранга? Жар у нее. Надо было в Ленинграде оставаться, но не послушал. Ну так вы бы, как мне, шагом марш в госпиталь. Что? Куда мы едем? В больницу. Ваня где? Ваня в управлении. Миш. Миш, надо в комендатуру. Отставить комендатуру. Так куда ехать? В больницу. Извините. Тут совсем немного осталось уже.
О, папа. Шутий шаг. Не понял смысла песни. Это чего? А? Чего за дела на маскарадах? Чего это? Гнида? Майор АГБ вырядился. Я так понял, товарищ Панин, и есть майор. Чего? Товарищ. То есть вчера был враг, а нынче рядом ляг? Дружок дорогой? Еще и старше меня по званию. Тише, тише, Паша. Скажи Нестеренко, все объяснит. Угу. Идемте, майор. Врачей еще. Есть. Бегом давай. Чего же никого нет? Сереж. Да. Не уходи, пожалуйста. Не-не-не, здесь все нормально. Все будет хорошо. Присаживайтесь, товарищ. Благодарю. Товарищ капитан, приказ. Просил не пускать. Я зайду. Приказ, ну не могу я. Приказ. А что здесь за гул? Товарищ капитан, о, сидит уже. Ну, проходи. Проходи. Значит, такое дело. Товарищ майор госбезопасности, товарищ Панин, будет работать теперь с нами. Вот так вот. И в обману. Еще слово, товарищ капитан-лейтенант. И положите рапорт на стол. Разрешите, я в соседней комнате напишу. Здесь воздух очень тяжелый. Так стой ты уже! Ты что стоишь? И попрошу больше никаких недомолвок на эту тему. Разрешите, товарищ капитан первого ранга. Разрешаю. Я понимаю вас. Я действительно все понимаю, поверьте. Я не считаю себя равным вам, кому-либо из вас. Он понимает, он не считает. Важен. Я всегда искренне верю в то, что делаю, иначе не умею. Но бывает так, что приходится признавать ошибочность своих суждений. Возможно, с кем-то из вас подобное бывало. Не бывало. А вот со мной произошло. Большую часть жизни я жил с ненавистью к тем, кто оказался передо мной ни в чем не виновен. В подробности я вас посвящать не имею права. Если нужно, это сделают без меня. Я воевал против России. Честно воевал. Теперь так же честно я буду ее защищать. Почему это вдруг? Потому что это снова моя страна. Я буду защищать ее, как своего отца, жену, будущего ребенка, как мать, которая погибла от голода. Воевать буду честно. До конца. Вас уже ждут. Разрешите? Никто из курсантов не знает о расположении школы. Даже инструкторы посвящены не все. Те, кто прошел двухнедельный отбор в замке Катряну, сажают закрытые грузовики и везут в школу. По дороге им надевают на голову плотные мешки, чтобы они ничего не видели. Водителями служат офицеры Абвера. Обязательно сопровождающий в каждом грузовике тоже офицер Абвера. Когда отправляют на задание, снова надевают. Больше курсанты в школу не возвращаются.
На поверхности сосредоточены только охранно-маскировочные комплексы. Здесь акустическая система обнаружения самолетов противника. Das Flugzeug ist in Sicht. Das Objekt wurde gesichtet. Rauchbomben zündet. Rauchbomben zündet. Также там есть система задымления территории. Сделано это для того, чтобы создавалась иллюзия туманов от лиманов. И как же вам так удалось войти в доверие, что вы все тайны посвящены? Я один из тех, кто создавал эту школу. То есть один из тех, кому мы обязаны взрывом в портах? Так точно. Готов искупить вину делом. Правильно мыслите, Николай Борисович. Теперь о том, что расположено под землей. Живет личный состав и курсанты в подземном бункере. Там организован целый комплекс помещений. Есть комнаты для жилья, комнаты для обучения. Также там расположен специальный шлюз, через который выдаются подводники и личный состав могут эвакуироваться в экстренных ситуациях. Он устроен как подводный тоннель, ведущий в открытое море. На учениях отрабатывается срочная эвакуация. Застать врасплох практически невозможно. При малейшей опасности все уйдут через тоннель. Также курсанты могут покинуть тоннель на управляемой торпеде. Где находятся выходы из шлюза? Этого я не знаю. Я участвовал только в первичной планировке, детали мне неизвестны. Шлюзы строились после моей заброски. Не знаешь, может, придумал? Товарищ капитан-лейтенант, выйдите! Товарищ капитан первого ранга, разрешите остаться, товарищ уважаемый. Он должен здесь присутствовать. Продолжайте, Николай Борисович. Моя группа вышла на связь в установленный срок. Второй эфир не состоялся. Есть только одно условие, при котором невыход в эфир будет считаться оправданным. Если группа готовилась к выполнению задания в обстоятельствах, не позволяющих выйти на связь. Нужна подтвержденная диверсия. И лучше в другом городе. Например, в Геленджике. Максимально громкая, максимально короткий срок. А именно? Не знаю, решать вам. Но об этой диверсии должны говорить и в Берлине, и в Москве. Подрыв какого-то большого корабля. Желательно ни одного. Ну, предположим, что это возможно. Дальше что? Необходимо создать идеальные условия для моего возвращения в школу. Продолжайте. Находясь там на месте, я смогу выяснить местоположение шлюзов и координировать дальнейшую операцию по уничтожению личного состава школы. Я полностью согласен и поддерживаю товарища Панина. Считаю, нужно рискнуть. Понимаю ваши сомнения, но ничего другого я предложить просто не могу. Каким бы ни было ваше решение, товарищ капитан первого ранга, но фальшивую диверсию провести необходимо. В противном случае немцы изменят тактику доставки сюда диверсантов. И это осложнит нам их поимку. Ладно. Чем черт не шутит? Капитан первого ранга Нестеренко, соедините с адмиралом Октябрьским. Как Лена? Неважно, воспаление легких. Завтра с утра ее еще раз навещу. Все свободны. Если что не так, я тебе в бункер Гитлер найду.
Живем пока в штабе, Николай Борисович. Нам здесь приготовили, можно сказать, апартаменты. Лучше, чтобы сейчас нас лишние люди не видели. Понимаю. Когда подтвердится местонахождение диверсионной школы, мы вернемся к вам опять домой. Чтобы оправдать отъезд Марины, соседи, ну и, собственно, прочее. Вот. Прошу. А вы решили разделить со мной эти апартаменты, дабы не оскорблять меня? Куда же я без вас? Да ну что вы, все в порядке. Мне здесь даже нравится. Мне приходилось гостевать в местах не менее занятных. Ну, а пока, может быть, чайку и спать? Было бы неплохо. Я сейчас организую. Очнулась? Ну, хорошо. А то всю ночь бредила, Сереженьку звала. Муж твой? Ну, я так и поняла. Он приходил до тебя утром. Кто приходил? Кто-кто? Муж твой. Вот же. Такой высокий, красивый. Капитан второго ранга. Заботливый такой. Ой, у доктора все про тебя расспросил, потом сидел рядом. Ко мне бы ты так захаживал. Да ты ближала, милая. Береги силы. Я при нем тоже вредила. Нет. При нем сон провалилась. Он рядом сидел, потом ходил на цыпочках, будто разбудить боялся. А ты чего спрашиваешь? Не мужа. Муж погиб. А. Ты прости, я ж не знала. А чего тебе не имется? Лежала бы. А где одежда? Так сняли, заперли под замок. Если бы было в чем бежать, то бы половина терапии не осталось. Спасибо, что поддержали мою идею с Паниным, Андрей Фомич. Ты знаешь, Сергей, о предстоящем наступлении наших войск, поэтому для успешного проведения нам нужно собрать все силы в кулак. Ты сам понимаешь ответственность. Мы не имеем возможности терять корабли из-за диверсии. Поэтому Панин хоть и рисковый, но все-таки находка. Ну и, конечно же, не забывай о возможном его предательстве. Да, помню. Поэтому я кое-что предусмотрел. Прошли еще одни сутки, а группа на связь так и не вышла. Поэтому доклад о возможной неудаче нужно прямо сейчас отправить в Берлин. Да, я с этим согласен. Гюнтер, подготовьте, пожалуйста, соответствующую шифровку. Слушаюсь, господин граф. А вам лучше продолжить занятие. Диверсанты нам в любом случае еще понадобятся. Так точно. Поганая итальяшка. Когда прикажете приступить к шифровке в Берлин? Забудьте вы эту шифровку, Гюнтер. И Берлин тоже. Ничего мы пока отправлять не будем. Вместо этого нам стоит поговорить вот об этом. Эту фотографию сделали агенты гестапо. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит? Связь с женщиной низшей расы, я понимаю. Именно так. Наш темпераментный друг Риццоли от одиночества и зависти написал на вас донос. Вот же мерзавец. А я вас прикрыл.
И не в первый раз. Теперь помогите и вы мне. Рицолли будет убежден, что шифровка отправлена в Берлин. Отлично. И, пожалуйста, никогда больше не откровенничайте с ним. Хорошо. Согласитесь, будет весьма неприятно, если она попадет к этим ублюдкам из гестапо, не правда ли? Чай не забудь. Сиди там. Мы начинаем новый этап нашей операции. Она будет проходить на территории противника. Но пока туда отправится только один человек. Капитан-лейтенант Важен. Вам поручается подтвердить данные, которые нам предоставил майор Панин. Есть. Разрешите? Я думаю, что Катряну захочет выяснить, почему группа не вышла на связь вовремя и пришлет проверяющего, доверенного человека. Его зовут Гюнтер Емец. И что? Мы должны убедить Гюнтера, что я по-прежнему верен Рейху. Тогда он сможет засвидетельствовать это Катряну. Если все пойдет по плану, мы с Емецем вернемся в школу вместе. И, соответственно, связь со мной будет прервана. Но... У Гюнтера есть женщина. Вера Дыбенко. Украинка. Найдите ее в Килии и следите за ней. Когда Гюнтер появится у Веры, это будет означать, что и я с большой долей вероятности на месте. Я буду чекать тебя. Товарищи, а почему наш новый друг так уверен, что все будет именно так, как он сказал? Я хочу вам сказать, что эту операцию мы разработали вместе с майором Паниным. Все детали получите позже. Капитан Лейтенант, готовьтесь к переходу линии фронта. Есть. Готовим операцию прикрытия Панину и отправляем Важина за линию фронта. Обидно, что я расклеил. Третий день здесь торчу. А людей не хватает. Прости, что подвожу тебя. Нет, ничего страшного. Самое главное, чтобы ты выздоровела. Да, я вот... вот принес тебе... Я что-то плохо выгляжу? Нет, ты очень красива. Ты это специально купил? Да. Спасибо. Ой, а вы еще разговариваете? Ну, я пойду еще тогда погуляю. А, нет, нет, товарищ капитан второго ранга уже уходит. Да, да. Ну что ж... Товарищ капитан третьего ранга, выздоравливайте. Всего доброго. Спасибо. И вы выздоравливайте. А этого, ну не муж который, Сережа зовут? И что с того? Так. Так же, как того, про которого бредила. Ой, зарделась вся. А чего такого? Может-то у тебя все одно нет? Чего стыдиться-то? А этот вон заботливый, приходит каждый день, спрашивает о тебе. Ну и ты вся меняешься, когда он заходит. А чего лезть? Вам какое дело? Да мне, собственно, все равно. Извините. Разнервничалась.
Ничего. Я еще с своими расспросами. Мы с ним с детства знакомы. Учились вместе. Но я влюбилась, а он меня словно не замечал. Не замечал. Скажешь тоже. Но он дышать перестает, когда сюда заходит. А сейчас-то что вам мешает? Подполье в Киле и окрестностях Катрину почистил, конечно, основательно. Осталась одна явка, там же рация. Ясно. Вы верите Панину, Андрей Фомич? Другого выхода я не вижу. Скоро наступательная операция на Крым. Наш флот будет задействован плотно. Мы не имеем права допустить никаких либо диверсий. Человек, который тебя будет встречать, уже проинформирован, знает твою легенду, подойдет сам, спросит пароль. Прочти и запомни. Почем сапоги брал? Мешок муки отдал дорого. Мешок я бы давно проел, сапоги уже третий год. Годовали. Да, и еще. Не пытайся уличить Панина. Будь объективен. Прощайте, Андрей Фомич. Прощай, Паш. Вы меня искали, господин граф? Да, Гюнтер. Вы отправляетесь в Новороссийск. Слушаюсь, господин граф. А что я должен там выяснить? Я так понимаю, группа на связь не вышла? Совершенно верно. И вы туда отправитесь, чтобы понять, почему. А моя связь? Связь вы будете держать через агента Шульца. Он прибудет к вам из Геленджика. Так точно. Вы выставили наблюдение возле моего дома? Да, у них есть описание внешности Емица. Вы невнимательны, Сергей Александрович. Мат. Ах да. Действительно, два последних хода были не очень хороши. Просто вы не о том думаете. Документы для проверки. Это можно. Никита Пилипчук. Пилипчук, господин офицер. Коммерсант? Он самый. Что за товар? Галантерея, всякое разное. А це що таке? Забирайте. Барышню свою одарите. Добра вещица. Рядка. Ладно. Езжай дальше. Благодарствуйте. Стой!
Закончилось. Махну в город. Подброска. Ну что, доктор говорит, дней через 10 выпишут. Да, мне с утра на обходе сказали. Устала я уже тут. Вы бы поговорили с ними. А то держат здесь здорового человека. Ну-ну-ну, потерпи. Тем более, все равно сообщение от Паши ждем. Важен уже там? Важен в пути. А Панин? Панин с Сергеем. Сергей доверяет ему почему-то. Доверяет. Ты же знаешь, у Сергея всегда имеется запасной вариант. Столько вложили уже в эту операцию, что мы провалиться просто не имеем права. А Панин настаивает на своей отправке к немцам? Да. Вы поддерживаете этот план? Поддерживаю. Сергей убедил меня. Ладно. Поздно уже пойду. Да и соседка там твоя, наверное, в коридоре избилась уже вся. Выздоров. Спасибо. Чего озираешься? Да так, показалось, думал, фазан. Показалось. Оружие надо краще прятать. А ну, слезай с телеги. Почем сапоги брал? Че смотришь? Мешок муки отдал. Дорого. Мешок муки бы съел давно. А сапоги уже третий год. Фашистам задницы пинают. Не думал я, что полицай будет. Ну, с прибытием, Никита Пилипчук. Микола я. Здорово, Микола. Поехали. Поехали. Давай. Кажется, здесь. Точно здесь. Пришли. Дай-ка. Сюда. Беги-ка, матрос, к телефону. Звони Сергею Александровичу, скажи, похоже, у нас гости. Быстро, давай. Есть. Есть кто? Здрасте, капитан Замелин, Иван Аркадьевич. И вам не хворать, товарищ капитан. Милюшкины мы. А? Вы к нам с вопросом, и так. Я к вам из комендатуры. С направлением на расквартирование. Прошу.
А, 16. Так это вам не к нам. 16 – это дальше. Это вам к Столяровым. Вон их домик-то. Ага. А, ну и понятно. Куда к нам, когда у нас самих-то доски гнутся? Это вам к Столяровым, ага. Понятно, вот растяпа. Ну, прошу прощения. Значит, вот тот дом, да? Угу. Ага. Ой, только у вас там все в пустоху будет, милок. А чего же? Так и нет там никого. Маринка-то на сносях, вот Николай ее к родным и повез. А ну и понятно. Куда ему с одной ногой, а тут еще баба пузо. Так, а как же быть-то? Ну, может, вернется скоро? Ну, знамо дело, что вернется он у него. Рыба уже дошла, так что день-два и вернется. Ага. Не сомневайтесь. Да от Краснодара нынче можно, это ж вам не при румынах. Так, может, пока суть до дела, может, я у вас остановлюсь? Не на улице же мне ночевать. А пьешь много? Ну, перебора с этим не случалось. Артиллерист. Так точно, артиллерист. Ну, за 1,5 червонца в день договоримся. Безусловно. Ну, заходи. Спасибо. Важен подтвердил слова Панина, товарищ капитан первого ранга. Угу. Товарищ капитан первого ранга. Что у тебя? Сообщение от Лесберга. У дома Панина обнаружен гость. Приметы соответствуют описанию ожидаемого агента. Ага. Прибыл, значит. Да, это о чем говорил Панин. К слову, о доверии. Ну что, берем нашего гостя в оборот? Есть. Счастливая ты, Леночка. Каждый день к тебе офицеры важные ходят. Простите. Ладно. Пойду курну. Зачем каждый день ходить? Не знаю. Извини, Нестеренко просто вчера поздно вечером приходил. Соседка ворчала все утро, или откупилась от него папиросами. Я вот яблок тебе принес. А откуда? Ребят привезли. Спасибо. Вкусные. Я рад, что тебе понравилось. Я не доверяю Панину. Нельзя его к немцам отправлять. У нас нет другого выхода. Мы должны уничтожить диверсантов до начала наступления. А если предаст? Я рассматриваю этот вариант. Будем рисковать. Пообещай, что заберешь меня отсюда. Я подумаю. А я прошу тебя, Сереж, ну пожалуйста. Я правда очень хорошо себя чувствую. Ладно, что ж с тобой? Только завтра. Договорились. А что с фальшивой диверсией? Сегодня ночью мы взорвем корабли на рейде в районе Геленджика. Ну все, мать! После обеда опять приедем. Да, да только не сам подорвался. Гнида какая-то фашистка. О, Господи. Кунцграфу. Код-пароль ОПН. Задание выполнено. Потопленный противолодочный корабль «Бессмертный» и эсминец «Комсомолец». Невыход на связь объясняю плотным радиоконтролем в районе порта и города. При выполнении задания погибло 6 человек и радист.
поступаем к книжке золотой. Здравствуйте. А что взорвали? Да говорю вам, Наталья Марковна, русским языком говорю. Эскадру взорвали в Геленджике. Да, почем книжечка? 20 рублей, солнышко. О, дорого? Дорого. Будешь брать книжки Лермонтов, Пушкин, Чуков? Не интересуется. Огоньку не найдется? Что в Геленджике? Произошла диверсия, взорваны корабли. Надо проверить, передай информацию. Мать, бери, почем семечки-то? Бери, сынок, бери касатик, жареные. Давай. Вкусные семечки. Спасибо. Грузи не докладывает. Прошлой ночью на рейде Геленджика уничтожены корабли. Проверьте это по всем каналам. Немедленно. Слушаюсь, господин полковник. Здравствуйте. Товарищ Столяров? Так точно. А вы кто будете? Капитан Замелин Иван Аркадьевич прибыл к вам из комендатуры с направлением на расквартирование. Ну, это можно. Места у нас в достатке. Это хорошо. А то я приехал вчера, вас не застал, договорился с вашей соседкой о постое. А тут вижу, вот он тот, кого ждал. Ну, а вот я вас не ждал. Задаточек бы. Да без вопросов. Ну, идемте в дом. Покажу, что и как с постоем. Здравствуй, Гюнтер. Здравия желаю, господин Гаутман. Ну что, два корабля за одну ночь? Поздравляю. Было бы три, но не срослось. Потери? 7. Среди них агент Рита и радист Кама. Ну что же, замысел стоил того. Граф будет доволен. Тихо. Вы что творите, Николай? Я у меня Николай. Вы, господин лейтенант, ко мне хвост привели. Этого не может быть. А вы полюбуйтесь. Так, что будем делать? Я сдаваться не собираюсь. А я погибать. Так, давайте, вниз. А вы? Уходите, я вас прикрою. Встречаемся у Белой скалы. Ориентир вам известен. Если я не приду, уходите без меня. А. Готовы? Так точно. Поликарпов, держишь фото. Стоять!
Андрей, вы как? В ногу попали? Да все нормально. Ногу только слегка подвернул, а так все в порядке. Как все прошло? Понравилось? Да ничего, нормально. Спите, спите. Вы куда? Стоять! Кому говорю? Кто вы такие? Садись быстрее. Садись. Поехали. У меня чуть сердце не выскочило, когда Слушай, он хорошо, за нами погнался. Догнал, да? Куда едем? Ко мне домой. Туда, где раньше товарищ капитан второго ранга Егор Салей жил. С женой. Да, именно туда. Сегодня переночуешь здесь, завтра с утра с тобой заеду. Удивим потом Нестеренко. А ты куда? У меня с ним совещание с Панином. А меня на совещание уже не приглашают? Ты в госпитале, если помнишь. Ладно, но только до завтра. До завтра, товарищ капитан третьего ранга. О будущем. Конечно. Я все время о нем думаю. Не знаю, потому что каким оно будет. Я должен тебе признаться, что я очень серьезно заболел. Моя болезнь называется любовь. Я заболел с того момента, когда впервые тебя увидел. Выходи за меня замуж. Егор, встань. Я не могу. Почему? Это из-за Сергея? Извини.